тур длиною в 1095 дней. 3 года Томич Константин Журавлев был пленником сирийских боевиков. Томский путешественник и фотограф в 2013-м планировал добраться автостопом из Турции в Египет через Сирию. Его захватили в первый же день. Боевики обвиняли Томича в шпионаже и отказывались верить, что он обычный турист. Все это время сибиряка передавали из одной группировки в другую. Каждая выдвигала разные требования. Преступники требовали ракетные комплексы, освобождение террористов, которых задержали в Сирии военные. 14 октября 2016 года российские спецслужбы добились освобождения Константина Журавлева. На каких условиях, не разглашают, но сразу после прилета в Томск путешественника вызвали на допрос.